Привет всем! Сегодня 20 марта. Сегодня было затмение солнца. Я очень-очень долго ждала этого дня. Точнее, даже я полгода ждала 20 марта. В этот день я хотела быть в Ирландии, потому что там можно было видеть затмение солнца на 100%. Я была очень положительно удивлена, что у нас под зданием можно было видеть затмение солнца на 65%. Это было в 10:47 полностью, когда было солнце закрыто луной, но на 65%. В этот момент я бегала по парку и полностью наблюдала весь процесс, как луна освобождала солнце. Поначалу это было похоже на то, как если бы вы ночью вышли бы под звездное небо и светила бы луна в маленьком полумесяце, которая сияла бы на 30%. Вот такой вот маленький кусочек остался от солнца. Но оно было таким ярким-ярким, хотя на улице, в парке, было такой чуть-чуть так оранжевый такой цвет от солнца исходил. И это было так чудесно видеть, как солнце выходит полностью из-за луны и питает всю землю и тебя всеми яркими лучами солнца. Это было очень-очень прекрасно. Я смогла это увидеть в обычных очках без проблем, потому что я могу смотреть на солнце с открытыми глазами. То есть, в принципе, такая медитация. Питаюсь я солнцем и очень-очень полезно. Поэтому я надеюсь, что вы сегодня тоже обрадовались этому дню, потому что такие дни бывают очень редко, и вы смогли насладиться этим прекрасным моментом, затмением солнца, и напитались положительной энергией. Я вас всех люблю, целую, и желаю самого-самого наилучшего.